Короче, снимаю проект «Приведи меня в форму». У меня есть подопытный, первый на этот проект, ну не вообще первый, но на этот проект, это Саня. Знакомьтесь. Привет. Саня Дрыщ. Привет. Таким он себя сам называет, поэтому я не стесняюсь этого говорить. Вот. Жирный Дрыщ. Да. На видео, может быть, вы сейчас видите фотографии его говноформы. Будем с него делать рельефного, подтянутого, здорового, не такого, как он сейчас чахлый, с больной спиной, с больной шеей человека. Добавим какие-то результаты в каких-то упражнениях, я думаю, в базовых, жим, присед, тяга, ну, где-нибудь, может, какой-то толчок. Что ты мне скажешь? Все добавим. Все добавим. Ну и будем раз в неделю замеряться. Так что понеслась. Короче, по плану у нас сегодня грудные и дельтовидные мышцы. Мы поработаем немножко трицепс в конце. Ну и как же, без пресса не обойдется. Вот, это убойное в конце тренировки, обязательно пресс. Так что Саня готов, плечики размял. Поехали, начинаем с жима лежа. Все получится у нас. Вот 40 килограмм пока на штанге. Вообще с жимом у Сани более-менее нормально все. 120-125 у него максимум. Теперь выжимай до моей руки. Вот сам так и работай теперь. Давай, на 6 разиков работаем. Так, да, так же, как прошлый подход. О. И специально напрягай грудные. Если мы не дожимали, то у нас работают только грудные, ну, в основном, да, то есть мы акцент можем на них четко делать, чтобы трицепс лишний раз не забивался. И специально еще напрягаем эти. Когда не доводим вот так до конца. 2/3 движения приблизительно. Мы работаем на грудь. Напрягайся, Саня. Хорошо. Так, смотри. Берешь. Отмеряешь по пальцу отметки, примерно чтобы за плечом кулак был, да, то есть таким образом. Отходишь под низ, снимаешь, ноги ставишь на ширине плеч и чуть-чуть подсогнуты колени. И выжимаем над головой. Делаем чуть-чуть локти, чтобы грудь одновременно, да, была, и задница назад, чтобы подбородку не получить. И работаем вот так вот. До конца руки можешь не выпрямлять, тоже, чтобы сильно трицепс не забивался, как в прошлом упражнении. И вот так вот работаешь. 8-10 раз как работаешь. 40 килограмм. Даются Сане с трудом. Потом будешь расти, не сразу. Так что еще 2 подходика, мы этот вес сделаем, плечики разомнутся и поедем дальше. Потом их уничтожим, да? Да, потом будем уничтожать. На первой тренировке. Проект закрыт. Да, и все, и все. И проекту хана. Саня слился. Без ног работай, руками только. Жим гантелек под углом. Восемь 12 разиков работаем. Очень четко делаешь.
техника очень хорошая. Хорошо, когда человек делает правильно. Вообще палец у него посмотрел на него, похвалил. Похвалил и но, сразу. Да. Сразу и у него самооценка поднялась, веса сразу поднимается. И тебе хорошо. Делает и делает, молодчина. Встаем на весы. Ну, в ботинках. Несколько раз пожратый. 79,6. Уже похудел. Еще в туалет надо сбегать. Старайся больше соединять в середине. Вверху соединяй почти. Не отвлекай. Смотрит на меня. Подглядывает. Напрягай, напрягай специально вверх груди. Что, блядь, тренировка окончилась? Нет. Нет еще? Тащил. Пока, говорит, начну с этих. В общем, не так. Не так? Не так? Не так. Сейчас покажу, как. Наклон делать не надо. Садишься ровно. Ноги можешь так, но чтобы тебе не мешали. Руки чуть-чуть согнуты в локтях. И когда поднимаешь, выворачиваешь локти чуть-чуть вверх, чтобы у тебя было не такое движение, подъем, а вот так. То есть у тебя за счет того, что локти чуть-чуть выворачиваешь вверх, у тебя кисти тоже, видишь, выворачиваются с гантелями. И тогда четче падает нагрузка на боковую дельтовидную. Локти вверх выворачивают. Давай, 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 давай. Потерялся, куда идти. Сейчас сделаем сведение на блоки. Отличие этого упражнения от разводки с гантелями в том, что здесь вес, во-первых, тянет все время в сторону, с гантелями вниз. И получается, ты все время в напряжении. То есть как растягиваешь, так и напрягаешься одновременно. Сейчас покажу технику Сани. Я уже показал заодно технику. Технику у тебя чуть-чуть хромает. Сейчас покажу, как правильно делать. Изначальная точка у нас здесь. Подтягиваем, тогда выпрямляем не до конца руки. Чуть-чуть согнуты. Разводим в сторону. И локти строго должны идти по направлению троса. И разворачиваем вот так или вот так. Строго по направлению троса. И отсюда, не меняя вот изгиба локтевого сустава, то есть не вот так, не так, не упрямляем. Идем вверх. То есть нет у нас вот такого движения, нет у нас вот такого. Строго, чуть-чуть согнутыми локтями работаем и соединяем. И все по одной траектории, никаких виляний. И обязательно вверху специально напрягаем нужные. Серьезный. Гантели вот таким образом. Не так, но вот здесь. Поднимаем и сводим. Не делаем вот это квадратное движение. Да? Делаем такое круговое. Рядом. На уровне глаз. Именно соединяем. Да? Вот так вот.
Угу. Не разворачивай внизу. Узким хватом, но локти у нас идут не сюда, да, а локти идут в сторону. То есть, оп. И где-то сантиметров 10-12-15 не дожимаем до груди. Но выжимаем полностью, да, напрягаем тризепс. И вот так вот работаем. Вот локти в сторону. Во. В сторону, как можно больше в сторону уводишь. И больше старайся кверху груди опускать. О, не дожимай до груди. Выше, выше штангу. Вот. Удерживай, удерживай ее. Давай два еще. Еще два. Еще один после этого. Жми, еще один. Давай. Дожимай, дожимай. Уничтожь. А теперь пойдем делать пресс. Бля. Жопу, жопу приподнимай. О. Выдох каждый раз наверху. Делай, делай, делай. 15 надо. Хорошо, еще 3 подхода. Тебе понравилась первая тренировка? Да, очень понравилось. Очень понравилось. Ты устал? Да. Я думал, скажешь нет. Устал. Придешь еще заниматься? Нет. Конечно, приду. В общем, на этом-то и все. Проект закрылся. Нет. Ну что, занимался Санек. Первая тренировочка закончилась. Так что дальнейшие тренировки будут каждый раз разнообразные. Вот, так что даже одна группа мышц будет в одну тренировку отличаться от другой. Каждый раз будем что-то новое приносить. Когда-то будем просто кардио бомбить, когда-то силовая тренировка, когда-то как сегодняшняя. Вот, и каждый раз будем менять. Будут и группы мышц совмещаться разные друг с другом. Так что вот. Ну, опять же, если Саня появится в следующий раз, и если Саня не отключит телефон, то мы увидимся в следующей серии. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.